Всем привет, друзья! Как видно, сегодня мы на озере. Приехали поздно уже. Как назло, поднялся ветер. Приехали сегодня на рыбалку. Не знаю, что у нас сейчас получится. Сильный ветер пошел. Люди уже возвращаются. Сейчас походим, подумаем. В общем, друзья, выдвинулись, лодку не стали качать, ветер, пошли пешком. Такая вот здесь тропинка вдоль озера. В общем, я взял донки, что-то тут у меня настроено, блин, прикормку забыли, забыл. Рома удочки забыл. Сапоги забыл. В общем, все мы забыли. Идем спонтанно на рыбалку. Нифига себе. А что? Кедр, сосна, сосна. Привалит, ты не заметишь. Идем ищем поляночку какую-нибудь. Стояночку, чтобы можно было закидывать. Не знаю, тут как. Ну, вроде травы не видно. Раньше сильно заросшее было все. Сейчас вроде это нормально. Вот тут такой вот берег в кореньях, такая тропинка идет. В общем, двигаемся. Друзья пришли вот в такое место. Будем заглядывать. Интересно же. Печка есть, можно жить. Какая-то. Кто там? Ух ты, блин, бабочка тут. Я бабочку спас. Я ее спас. Это уток. Давай одного хотя бы поймай. Там уже вся наживка слетела, блядь. Полметра? А что, подальше нельзя закинуть? Как? Деревья кругом. О! О! Это кто? Что за рыба? Что это за рыба? Гальян. Гальян? Вот видишь, первая. Я нарыбачился. Первая рыба. Нахер нам гальян. Надо было мясо его. Вот, ловить его. Нет, ты закидывай куда-нибудь туда вон. Подальше. Я бы закинул. Тут была возможность. Сделай леску покороче. Вот такие у нас экстремальные условия по плавочной рыбалке. Давай еще нырни и все, и нормально. Видео удалось. О, почти. Ты че такое, блядь? Утенок, блядь. А где утки? Почему один?
гнездо, ёб твою мать! Где? Бля, как она внутрь что гнездо? Где гнездо тут? Видишь, там летает под бревном, что ли? Я же как удочку забрать тебе? Ты куда пошел, да там забирать надо все? Бля, как она укусила-то? Через куртку что ли? В общем, друзья, у нас резкая эвакуация с места. Напали осы. В общем, не знаю сейчас, куда пойдем, что делать, бля. В общем, сматываемся. Все, рыбалка у нас удалась. Да, удочка разобрана, упала. Вот так вот выехали на поплавочную удочку порловить. Сразу скажу, не, это не ваша рыбалка. Капец на улице что. Вот это да. Они так же кусаются, как муравьи. Капец, тут на машину муравейник сел. Летаются. Еще и в банку мне залетели. Переобулись мы в спиннинг. Ги. Сейчас Роме тоже спиннинг. Что-то там уже лазит. А что, ты эту же катушку поставил? Да. Там плетенка есть. Толстая будет. И это. Сейчас будем пробовать на спиннинг. Опа! А там красавец-то какой! Ну что там, где твой садок с крупной рыбой? Че ты молчишь? А, начинается, ехали, начинается. Я его не брал, он у меня всегда в машине. Вообще, друзья, не понимаю эту рыбалку на поплавок. Вот оса упала. Меня сегодня такая укусила. Вот не буду я ее спасать. Все, мы рыбалку закончили. Наш улов. Погулять выпустили, сейчас погуляет до обратно садок. Кофе будешь? Смотри, плывет, говорит, буду. Смотри, он цветом как песок, его даже не видно. Все, давай валяй сюда. Он распушился. Все. Заканчиваем эту рыбалку.